На этот раз организаторы праздника, руководство Зареченской школы, решили провести концерт в весьма необычном месте, а именно в бассейне. Все потому, что масштабная историческая акция «Салют Победе» в этом году посвящена обороне и освобождению города-героя Новороссийска. 2019 год – это юбилейный год проекта главы «Салют Победы», который действительно необыкновенный, нестандартный. Поэтому мы сегодня увидели море. Море в одной из школ. Это Зареченская школа, где имеется бассейн. Как же не использовать такую базу для вот такого мероприятия? На мероприятие пригласили представителей районной администрации, моряков и почетных ветеранов, жителей нашего района. Для них в комплексе у бассейна приготовили удобные кресла. На трибунах находились учащиеся начальной школы и восьмых классов. Все они, согласно дресс-коду, надели тельняшки. Праздник начался с парада кораблей, на которых были написаны названия городов-героев южного побережья Черного моря. Модели, сделанные руками учеников, вызвали у гостей настоящий восторг. Они поблагодарили руководство школы и учеников за такую масштабную подготовку и неординарный подход к передаче эстафеты. Отдаем дань памяти российскому флоту, советскому военно-морскому флоту и всем тем, кто защищал нашу родину, на моих, на берегу, везде. В завершении мероприятия учащиеся школы, призеры различных соревнований по плаванию совершили заплыв в память о защитниках Новороссийска.